Здравствуйте, дорогие друзья. Знаете, тут у меня были журналисты из франко-германской телекомпании. И они хотели задать мне очень много вопросов по европейской привычке, вопросы прислали. Но как только я упомянул о том, что французские и немецкие министры иностранных дел лично организовывали нацистский переворот на Украине, наш разговор ушел в чуть другую сторону, и вопросы они мне в итоге так и не задали. А вопросы хорошие. Чтобы не пропадали, чтобы добро не пропадало, я решил на них ответить, раз их все равно мне не зададут. Вопрос очень характерный, потому что это то, что действительно интересует европейских людей, которые не понимают, что происходит, но которые пытаются что-то понять самостоятельно. Когда вы пытаетесь что-то понять самостоятельно, имея 20% информации, то, да еще искаженной, то обычно вы приходите к феерическим результатам. И даже иногда попадаете в неприятные ситуации. Итак, что вы думаете по поводу экономической ситуации в России и чем вызван кризис? Я буду задавать сам все вопросы, сам на них отвечать. Экономическая ситуация в России плохая, она ухудшается. Мы входим в системный кризис. И нынешний кризис вызван произволом монополий, коррупцией и принципиальным отказом либерального руководства Банка России и правительства от развития. Этот кризис системный, он связан с разрушением модели, которая была, модели самой российской государственности, которая была создана в начале 90-х годов, когда российское государство существовало для распила советского наследства. И все. Насколько эта ситуация связана с антироссийскими санкциями? Вы знаете, не связана. Кризис у нас начался в январе 2014 года, когда началось паническое бегство капитала из страны, когда началась девальвация рубля, а в то время и нефть стоила еще больше $105 за баррель, и санкций никаких не было, да и нацистского переворота на Украине еще не случилось. Антироссийские санкции используются нашей бюрократией для оправдания последствий собственного безделья. Вот наши начальнички не реагируют на санкции, не замещают внешний кредит внутренним, не разграничивают спекулятивные капиталы и инвестиционные, говорит, о, во всем виноваты санкции, мы здесь ни при чем. То есть это замечательная, выражаясь бульварным языком, отмазка. И не более того. Какое, по вашему мнению, предназначение этих санкций? Говорилось вполне открыто, откровенно, тысячи раз западными чиновниками. Нанести России максимальный ущерб, добиться свержения Путина и обеспечить демократизацию, которую мы наблюдаем сейчас на Украине. То есть уничтожение Российской Федерации, ее разделение на квази-государства и передача природных ресурсов Западу бесплатно, а не за деньги, как это происходит сейчас. Какие цели преследует оппозиция в стране? Оппозиции очень разные, все хотят своих целей, но оппозиция едина в абсолютном неприятии коррупции, произвола монополий и разрушения государственности. Если говорить о последней, действительно для обычных людей, а не для руководителей оппозиции. Как вы относитесь к митингам и митингующим? Как вы относитесь к обыкновенным митингующим гражданам, а не к политикам? К обыкновенным митингующим гражданам я отношусь хорошо. Люди понимают, что люди остро переживают проблемы и кричат от них в полном бессилии, в полной беспомощности. Так что к рядовым митингующим я отношусь хорошо, даже когда они митингуют за нацизм, потому что большинство из них этого не сознает. Думаете ли вы, что они как-то связаны с Западом? Почему? Рядовые не связаны. Руководители, безусловно, связаны, потому что есть технологии оранжевых революций. Они применяются одинаково во всех странах, ну, государственных переворотов, если говорить по-русски. И в нашей стране применяются тоже. Кроме того, многих наших руководителей оппозиционного движения, либерального, я знаю. И это люди, теснейшим образом связанные с Западом на протяжении всей своей истории. Как вы относитесь к Макаревичу? Думаете ли вы, что он заслуживает быть названным врагом народа? Ну, это спор о терминах. Макаревич, выбирая между Россией и нацизмом, сделал принципиальный выбор в пользу нацизма. Он мелковат для статуса врага народа, это скорее джентльмен в поисках десятки. Он даже, я думаю, не понимал, что когда он ехал на очередную тусовку выступать за денежку, что он едет к нацистам. Ну, это его свобода, демократический выбор. Он вычеркнул себя из России, и судя по тому, что он, хотя выступает дважды в месяц в Москве, только в камерных залах, среди действительно своих истовых почитателей, Россия тоже его из себя вычеркнула. Какое впечатление произвела на вас Олимпиада? Феерическое, это был потрясающий праздник, тем более, что я
внимательно следил за подготовкой, и за полгода до проведения Олимпиады это должна была быть грандиозная катастрофа. Но за полгода все переломили и действительно совершили подвиг. Так что это был феерический результат по спортивным достижениям, феерический результат по пропагандистским достижениям, ну и феерический результат чисто инженерной и управленческой точки зрения тоже. Как она повлияла на восприятие России внутри страны и за рубежом? Олимпиада дала огромную прививку патриотизму внутри России, показала Западу, что Россия – это серьезное место, и Олимпиада стала главным фактором, который обеспечил, который привел к нацистскому перевороту. То есть Запад увидел, что да, Россия поднимается. При всех пороках России, при всем кризисе, который уже тогда начался, у России есть какие-то возможности, надо мочить. Я, правда, думал, что они начнут госпереворот в первый день Олимпиады, чтобы сорвать ее. Но им, очевидно, тоже было интересно посмотреть на спортивные соревнования. Что вы скажете по поводу Крыма? Что можно сказать? Слава тебе, Господи, началось воссоединение России. Правильно ли было решение присоединить Крым? Да, абсолютно. Было ли оно добровольным? Нет. Крым вступил в Россию вооруженной силой. Российская бюрократия до последней минуты с Крымом воссоединяться не хотела, об этом уже говорится достаточно откровенно. И только когда руководство Крыма объяснило, что, ребята, если вы нас не возьмете, то варианта Абхазии не будет, и через год, а то и раньше, здесь будет база НАТО, и о обороноспособности России после этого можно будет уже не говорить, только тогда наше руководство на это пошло. Зачем для России Крым, не слишком ли велика цена? Вы знаете, Крым для России не есть материальный ресурс. Россия спасла 2,3 миллиона человек от нацистского террора. Россия впервые за четверть века национального предательства поступила в соответствии со своими национальными интересами. Россия впервые за очень долгое время поступила в безупречном соответствии с европейскими ценностями, которые существуют на самом деле, а не в их нынешнем извращенном виде. Это была демократия, настоящая демократия, народная, все по-честному. И это были права человека, то есть людей спасли от террора. То, что Запад не принимает Россию даже тогда, и особенно тогда, когда она следует европейским ценностям, это очень хорошо характеризует нынешний Запад. Но это вопрос нематериальных ресурсов, это вопрос самоосознания, самоощущения. Когда вы делаете что-то хорошо и честно, вы начинаете уважать себя. Вот в ситуации с Крымом мы сделали что-то хорошо и честно. Впервые за очень долгий промежуток времени. Что, по вашему мнению, больше всего повлияло на смену власти на Украине? Разрушение украинской экономики, которое началось еще при Тимошенко, и абсолютно бандитский режим Януковича, и стратегические интересы Запада по захвату природных ресурсов Украины и по разжиганию Третьей мировой войны. Какие цели стоят перед новой властью? Истребить как можно больше населения и обеспечить передачу ресурсов Западу, ну и самим сохраниться. В этом отношении господа Яценюк и Порошенко мало отличаются от российских либералов. Просто они откровенные нацисты. Российские либералы были закамуфлированными, насколько я могу судить, нацистами. Что вы думаете по поводу конфликта на Донбассе? Гражданская война, попытка истребить людей, попытка запретить людям говорить на своем языке вызвала естественный протест. И европейское право людей говорить на своем языке в результате этой войны было даровано и всему остальному населению Украины. Есть ли мирное решение конфликта? Кому выгоден этот конфликт? Мирного решения конфликта нет, потому что нацизм нерентабелен. И нацизм нуждается в войне украинской, чтобы просто обеспечить стабильность в стране. Без этого контролировать людей, которым нечего есть, невозможно. Вот, поэтому они будут воевать безразлично где, безразлично с кем. С Крымом, под Брянском, с Россией, с Белоруссией, без разницы. Вот. Но выгоден он Западу, потому что это способ обеспечения глобальной нестабильности, которая загоняет деньги в Соединенные Штаты Америки. Каково, по-вашему, влияние НАТО в мире? НАТО – агрессивный военно-политический блок. Все крупные войны последнего времени в мире велись НАТО, или с его участием, или с его поощрением и одобрением. Так что НАТО – это главная вооруженная сила современности и наиболее агрессивная сила современности, которая реально грозит существованию всех людей, которые хотят жить мирно. Считается ли в НАТО угрозой для России? Почему? Ну, это, безусловно, угроза, потому что это исходно был антироссийский блок, антисоветский тогда, и остается антироссийским и сегодня.
Когда руководство НАТО говорит, что Россия угрожающе приблизилась к НАТО своими военными базами, наращивая наступательное вооружение по границам России, то это прямая и явная военная угроза. Как, по-вашему, Россия должна бороться с кризисом? Должна ли она прекращать отношения с Западом? Нет, не нужно прекращать отношения с Западом, нужно поставить Запад на место. Запад, как и шпана из подворотни, понимает только силу. Соответственно, нужно вводить реальные санкции. Например, прекращение, запрет американского фастфуда в России, отказ от Windows, отказ вообще от продукции Microsoft, переход на Linux, отказ от некоторых видов мобильных телефонов, как это сделали китайцы, потому что это шпионское оборудование, прекращение ввоза автомобилей и вина из Европы и Соединенных Штатов Америки, ну, для начала, это можно долго об этом разговаривать, отказ полный от доллара во внешней торговле, принципиальный, хоть фунтов стерлингов, торгуем только не в долларах. Вот. Ну, а бороться с кризисом очень просто, модернизировать инфраструктуру, обеспечивать развитие, ограничивать произвол монополий, ограничивать коррупцию, обеспечивать разумный протекционизм хотя бы на европейском уровне и гарантировать хотя бы прожиточный минимум своим гражданам. Вот это вот то, что выведет Россию из кризиса. Как вы думаете, кризис сказывается на жизни рядовых россиян, чем власти могут им помочь? Кризис очень серьезно сказывается на жизни людей, будет сказываться еще сильнее, уровень жизни падает, правда, с лета 2013 года. Западу напрасно, уровень жизни большинства россиян падает с лета 2013 года. А Западу не стоит приписывать это себе, хотя, естественно, все хвастаются. Власти могут помочь выходом из кризиса, модернизации экономики, жестким отстаиванием национальных интересов против Запада, но, к сожалению, на мой взгляд, либеральные власти России не хотят помогать гражданам России. Либеральные власти стараются, наоборот, максимально усугубить ситуацию в России, для того, чтобы довести людей до отчаяния, чтобы люди организовали Майдан и выполнили задачу Запада по свержению Путина. Теперь сложный вопрос. Они очень наглядно показывают уровень самоцензуры западных журналистов и уровень того, насколько ограниченно они понимают свободу слова. Потому что я просто не понял, в чем сложность, но когда я начал их спрашивать, они сказали, знаете, все наши российские, так сказать, собеседники отказались отвечать на эти вопросы. Ну, я не знаю, что это были за собеседники, может быть, Макаревич отказался отвечать на эти вопросы. Но среди моих знакомых ни у кого вопросов нет. Итак, сложный вопрос с точки зрения Запада. Президент Путин выдал большое количество наград журналистам за освещение событий в Крыму и на Украине. Как вы можете это объяснить? Элементарно. В Крыму и на Украине людей убивают. Людей избивают. Людей захватывают и сажают в тюрьму, в том числе и журналистов. Ну, в Крыму это было до, естественно, соединения с Россией. Но в Крыму существует реальная опасность нападения Украины. И работать в Крыму это немножко не то, что работать, скажем, где-нибудь в Смоленской области. Поэтому работа в Крыме во время воссоединения, сразу после него, это была очень опасная работа. Работа на Украине сейчас это предельно опасная работа. Когда вас убивают, да, вы совершаете подвиг, вы рискуете своей жизнью, вы заслуживаете награды. Если журналист просто делает свое дело, какие могут быть особые награды? Ну, знаете, опять-таки, если вас за это простое дело убивают, то вы совершаете подвиг, вы заслуживаете награды. Я был позавчера в Лондоне, там был огромный парад, позавчера, в пятницу, 13 марта, и там английские военнослужащие с огромным количеством разного рода наград. Они воюют против нас по всему миру, они воюют против других стран по всему миру, там английские команды сидят в Иране, они получают за это награды, хотя это они просто делают свое дело. Да. Точно так же наши журналисты. Президент Путин с разницей в месяц уверял, что Россия не рассматривает присоединение Крыма, потом не только признал крымский референдум, но и признался в присутствии на полуострове российских военных. Как это объяснить? Вообще-то говоря, российские военные присутствовали на полуострове с момента распада Советского Союза, согласно всем договорам, и даже ввод туда дополнительного состава российских войск, он не превысил предельно возможную численность российских войск. Так что это типичное западное непонимание реалий. Что касается того, что Путин не рассматривал присоединение к Крыму, так он правда не рассматривал его. Никто не мог себе представить нацистский переворот на Украине. Правда, никто не мог себе это представить. И он не мог себе это представить. Вот. И более того, когда уже все случилось, Крым в состав России брать не хотели. Это факт исторический.
И изменение позиции курса отражает изменение позиции российского государства. Насколько популярность властей связана с внешней политикой? Ну, она связана и с внутренней политикой, и с внешней. Но с внешней в том числе Рейган в свое время вторгся на Гренаду, чтобы повысить рейтинг. Тэтчер развязал Мальдивскую войну. Буш вообще ввел войска в Афганистан и в Ирак без каких бы то ни было объяснений. Так что внешняя политика связана с рейтингами, и слава богу, что наши учатся у западников в этом отношении. Год назад Путин получил разрешение на ввод войск на Украину, после чего последовал марш мира. Почему людей, которые пропагандируют мир, называют национальными предателями пятой колонны и изменниками? Как вы лично к ним относитесь, какие у них цели и почему? Очень просто, потому что люди под видом мира пропагандируют нацизм. Есть огромное количество людей, которые, так сказать, введены в заблуждение и думают, что с нацистами можно договориться, и думают, что на Украине нет никакого нацизма, это просто демократия такая бандеровская. Вот. А люди, которых сожгли в Одессе, они сами себя сожгли, вообще Колорадо и ватники не симпатичные, посмотрите, какой яйцо у них красавчик. Вот. Таких людей довольно много, у нас тоже. Огромное количество людей считает, что если Путин что-то делает, то он делает обязательно неправильно, потому что Путин плохой. Но нужно понимать, что как во время Второй Чеченской войны люди, выступающие за мир, де-факто выступают против России. В данном случае за нацизм. Тогда они выступали против за бандитский террор безнаказанный. Сейчас они выступают за нацизм. А человек, который совершает преступление, а нацизм это преступление согласно Нюрнбергскому трибуналу, согласно международному праву, неважно, делает он это осмысленно или бессмысленно, это лишь смягчающее вину обстоятельства, но вина есть, это преступление. Вот. Национальными предателями пятой колонны изменниками называют не всех участников шествия за мир, а только тех, которые понимают, что они творят. Те, кто использует это для своих политических целей, для подрыва и разрушения России. В последнее время СМИ наравне со многими политиками часто беспочвенно обвиняют в государственной измене. Например, Макаревича. Считаете ли вы, что человек не имеет права оглашать свое мнение, если оно не совпадает с официальным? Я не слышал, что Макаревича обвиняли в государственной измене. Если это было, то это перебор, безусловно, потому что предательство и госизмена – это разные статьи даже Уголовного кодекса. Но я не говорил бы о беспочвенных обвинениях, когда люди поддерживают нацизм против России, когда люди публично занимаются русофобией, пропагандируют ненависть к этой стране, как они это называют. Вообще-то говоря, в УК есть 282 статья. Она мне не нравится, я против нее, но она есть. Разжигание ненависти по, в том числе, этническому признаку. Почитайте, что либералы говорят о русских, с какой ненавистью это говорят, и как они оскорбляют русских. Почитайте. А вот доставит огромное удовольствие, может быть. Так что человек имеет право оглашать свое мнение, если оно не совпадает с официальным, но он не имеет права при этом нарушать закон, и он не имеет права при этом разрушать свою родину. Как вы относитесь к Сталину? Как вам кажется, почему он сейчас пользуется такой возрастающей популярностью? Почему люди вдруг забыли о ГУЛАГах? Во-первых, ГУЛАГ был один, их было немного, а ГУЛАГе никто не забыл. Но мы хорошо видим, что войны, потом после Великой Отечественной войны. И при Сталине вводилось 2000 заводов в месяц, 2000 заводов в год в среднем. А у нас за 15 лет построили меньше 1000 заводов новых. Так что, во-первых, Сталин пользуется популярностью на фоне наших нынешних властей, которые беспомощны, безответственны, безграмотны и не хотят развивать страну. Сталин пользуется популярностью на фоне агрессии Запада, новой агрессии Запада против России, которая очевидна. Потому что на Украине воюют против России, а это не против Украины. Ну и, наконец, давайте не будем забывать, что при Сталине в самые ужасные годы суды выносили порядка 10% оправдательных приговоров. Сейчас менее половины процента. Ну и, вообще-то говоря, сейчас ГУЛАГа нет в России, но ГУЛАГ есть в Америке, потому что тюремная индустрия, индустрия принудительного труда, существует там. И там она охватывает более четверти всей тюремной системы Соединенных Штатов Америки. С чем связана необычайная популярность Путина в России? Ну, потому что Путин, обеспечив воссоединение с Крымом, первый раз за четверть века национального предательства, без внешнего принуждения, сделал что-то правильное с позиции руководителя России. Была еще война 1988 года
с Грузией, но там на нас напали, деваться было некуда. Там стали убивать граждан России, убивать российских миротворцев. Это была вынужденная самозащита. Эта война не была доведена до конца. А сейчас мы могли предать Крым. Мы могли отдать больше 2 миллионов людей под нацистский террор, под резню. А там было бы хуже, чем на Донбассе. Мы могли пойти на размещение натовской базы, пожалуйста. Но за четверть века национального предательства глава государства впервые без внешнего принуждения сделал что-то правильно в интересах всей страны. И страна, естественно, была воодушевлена и до сих пор очень благодарна за это. Что произойдет, если он уйдет от власти? Вопрос, как уйдет? Если уйдет по закону, все нормально. А если его, как говорят наши американские коллеги, что Путин должен уйти, потому что мы этого хотим, если он не уйдет сам, то его вынесут из Кремля с пулей в затылке, но это будет Евромайдан, это будет уничтожение России, это будет реализация западного плана. Если Запад реализует план уничтожения России, ну, произойдет уничтожение России на время, по крайней мере. Это, безусловно, не есть хорошо.